Всем привет! Сегодня готовлю всеми любимое пирожное картошка. Моя семья не исключение. Мы тоже очень любим это пирожное. И готовлю я его достаточно часто, потому что проще рецепта приготовления пирожного, наверное, даже и не бывает. Первым делом мне нужно измельчить печенье. У меня топленое молоко. Я его буду измельчать в блендере. Если у вас нет блендера, то можете измельчить скалкой или толкушкой. К печенью добавляем 5 столовых ложек какао-порошка. Тщательно перемешиваем, чтобы какао соединилось с печеньем в однородную массу. Теперь 2 столовые ложки из этой массы я отложу на обсыпку. А сюда добавляем растопленное сливочное масло и все хорошо перемешиваем. После чего небольшими порциями добавляем сгущенное молоко и продолжаем мешать. Ложка мешать уже неудобно, и теперь я буду мешать руками. И теперь из этой массы я буду формировать пирожное в форме бочоночков. А теперь хорошо обвалим его в обсыпке. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 9 таких хороших картошек. И теперь минут на 10 я уберу их в холодильник, пока буду готовить крем. Для крема я беру 2 столовые ложки размягченного сливочного масла и 2 столовые ложки сахарной пудры. Если нет сахарной пудры, можно взять просто сахар. И нам все это нужно перемешать до однородной массы. Пирожное получается вкусное, нежное, оно просто тает во рту. Обязательно попробуйте, но я уверена, что вам понравится. Ну все, я заканчиваю свое видео, мы идем пить чай, и вам я желаю приятного чаепития. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, жду вас в своем инстаграме, ну и всем пока-пока!